Ребят, всем привет! Приветствую вас на канале Planet Home. Ну что, сегодня будем играть с вами в новую игру, которая называется у нас Raft, не Rift, не Rust, а именно Raft. Это симулятор опять выживания. Фишка в том, что мы находимся непонятно в каком месте, ну понятно, что посреди океана, на одном из маленьких плотов, и нам наша задача здесь выжить. Соответственно, как-то обустроить все это жилье и т.д. и т.п. Ну, давайте без всяких спойлеров, потому что я сам по себе такой видел пару неких трейлеров по игре. Игра находится в очень ранней стадии разработки. Давайте посмотрим все-таки, что она из себя представляет во время игры. Так, что у нас есть? У нас есть плот. Да, плот 2 на 2, домик такой. И крюк. Все. Все, что у нас, блядь, есть. Зашибись. Эй, блядь, а кричать ты тут вообще без вариантов, поэтому надо... Ну, у нас есть друг наш, акуленок. Васек, ну-ка, иди сюда. Не, не поймал, не попал, не поймал. Но это глупо было думать о том, что я попаду крюком в акулу, блин, да еще и смогу ее схавать. Вот, к нам плывет мусор. Мы сейчас, соответственно, его будем собирать. Так, отлично. Это мы достали, это мы добыли. Что-то мусора как-то мало плывет, я думал, будет больше. Мне нужно больше хлама. Откуда он вообще плывет? Где вообще предыстория игры? Как я тут оказался? Что мне тут надо сделать? И так далее и тому подобное. Так, эть, запрыгиваем, акула тут плывает. Да, я хер его знает, если честно. Так, посмотрим, что у нас по крафту. По крафту у нас есть топор. Точнее, у нас пока его нету, мы его можем сделать удочку. О, хлам плывет. Когда хлам плывет, надо собирать. Так, это у нас для постройки, это у нас хук, привет Пуджу из Доты, это у нас уже есть. Копье, пизда акули, наверное, так, грядки. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут проплывает мимо, ну, то я не буду прыгать за этой. О, кстати, плывет еще. Так, грядки, так, сетка для готовки, для воды, понятно. Оп, 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 оп. Ёпта. Чё, я не понял, я бросил что ли там? А, это я крюк бросил, господи. О, бочка. Нихера себе, бочка нам нужна, ну-ка. Сейчас я прицельно. Путь 100 пудов. Я почти был бы рад. Не попал. Меня напрягает только то, что здесь есть система выживания в плане пока что. Видите, вода. Блять, я серьезно не могу попасть. Ребят, честно, в доте не играю на пудже, поэтому похуй. Блять, да я так за ней прыгну. О, господи. Акула, по-моему, приближается. Ах ты, сука. Ах ты, хотела меня сожрать. Ах ты, как была рядом, а? Так, давайте посмотрим, что мы сейчас можем сделать. Это мы не можем сделать. Веревки нам нужно. Давайте сделаем веревки. Теперь мы можем сделать... Оп, стоп, забираем. Так, еще одна бочка, отлично. Так, пока поставим эту фиговину у нас здесь. Отлично. Да, он даже показал палец. Типа, круто. Где акула? Успею нырнуть, успею. В жопу крюк, на самом деле. Неудобно мне с ним ковыряться и плавать. Так, возвращаемся, возвращаемся. Ить, обломись. Так, там билдинг у нас был. Это вот он у нас, да? Все сделали. О, мы можем... О, мы можем платформу делать больше. Это классно. Отлично, дотянулся. Дотянуться до солнца. Так, в какую сторону нам ковырять дом? Да хрен его, по сути, здесь без разницы, наверное. Так, хлама. Блин, хлам, стоять. Ой-ой-ой-ой, не дотянуться, во. И возвращаемся. Так, нам нужна вода, да? Нам нужна вода. Для воды нам нужно что? Нам нужна вода, во-первых. Надо сделать. Из чего мы будем пить? Это кружка. Так, кружку мы сделали, теперь нам надо набрать, наверное, воды, да? Набираем. Так, Е и готовить. Ой, оно как. Вы посмотрите, а. Оп, успеем. Успел, успел. Ага, свалил. Опа, обломись, мразь. Так. Теперь надо что нам сделать по готовке там еды. Я, правда, не понял, где мы вообще еду будем брать. Хрен его знает, если честно. Отлично, это мы сделали. Давайте все-таки продолжим строить фундамент наш. А, нам нужны веревки. О, бочка, бочка. Из бочки, видите, как много всего падает сразу же. Опа, отлично. Потато. Дерево, железо. Потато. Потато это хорошо. Надо похавать, наверное. Только как? Орехи взять положить сюда? Нет, не катит. Так. Тогда мы возьмем, проверим.
Хрен да даже, наверное, как проверить, это честно. Где патата-то? Патата вроде все-таки картошка у нас по-английски, если я не ошибаюсь. Идь, стоять. Оп, акула близко. Так, как тебе приготовить-то, дружище? Так, фундамент. Нет, это не то. Главное, чтобы бочка нигде не проплывала. О, кстати, заберем. Из этих штук мы делаем все-таки себе веревки. А веревки нам, как вы поняли, уже очень сильно нужны. Кстати, нужны веревки, точно. Хорошо, что я вспомнил про них. Так, давайте сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. И сделаем все-таки наш дом чуть побольше. Ну, ни хера себе дом 3 на 3. Хер зарейдишь, как говорится. Ну, это для тех, кто в Rust играл, тот поймет. Так, двигаем. Эть, обратно. Досочки, досочки. Боже, как у нас здесь классно становится. О, можно пить. Отлично. Это забираем. А, все, что ли? Это все, что мы выпили? А, вот. Отлично. Набираем заново водички. И ставим готовить ее. Твою мать, ты охуела! Ты охуела, шлюха! Ебаная, ты чё? Ну иди нахер, ногой тебе врыло. Как тебе, блядь? Как тебе ёбнуть, да? Бля, надо копье было, надо было копье. Я не знаю, как копье сделать. Твою мать! Меня атакует акула! Чё за херня? Она сожрала кусок. Ну ничего, я нового воткнул. Иди нахер. Ха! Так. Даже не знаю, как теперь быть-то, если честно. Насчет похавать. Почему я не могу поесть сраные орехи? Нахера они мне вообще-то нужны? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, что это такое у нас? Нужно две веревки, две веревки. Ну, две веревки не проблема, сделаем больше. Давайте создать. Что это у нас? Это у нас типа грядка. А, наверное, сюда орехи. Нет, не так. Облом. Ха. Облом, облом, облом. Так. Давайте, во-первых, заберем стакан. Заново наберем воды. Воткнем. Я вот, знаете, что, ребят, подумал? Бля, пора сваливать отсюда. Надо окружить вокруг вот этого нашего места дополнительными блоками. Почему? Потому что акула, если будет вокруг обжирачива, она не съела именно само наше производство. Вот это. Досок больше нету. Блядь, досок больше нету. Серьезно. А ведь такое вообще возможно, почему я удивляюсь? Мы же находимся в открытом океане. Не обязательно, что к нам доски должны каждую секунду подплывать. Там вообще, наверное, это редкость. Если бы такое было бы выживание, я думаю, вообще Робинзон Крузо бы не парился. Так, ну где... О, бочка. Бочка прям как манна небесная, если честно. Так, давайте выпьем сразу же водички. Нам она нужна. Набираем и ставим. Вот проблема с едой, если честно. Так, это забрали. Это забрали. Оп, отлично. Проблемы с едой. Проблемы с едой. Думаю, сейчас они вопросы решатся вот в этой бочке. Так, мы что-то нашли опять. А, так, вот картофель. Его, наверное, можно посадить. Его можно приготовить. Посадить или приготовить. А, не, давайте сначала приготовим. Сажать в следующий раз будем. Так. Все-таки надо сейчас пополнить наши ресурсы. Эть. Что мы будем делать? Что мы будем делать? Что мы будем делать? Давайте сделаем, наверное. О, сеть! Точно, три веревки надо. Три веревки. К сожалению, не хватает чуть-чуть. Сейчас мы нырнем за ними. Во, кстати, отлично. Ну. Блять, это рисково, Серега, это очень рисково. Сваливай, сваливай, сваливай. Эть! О, успел, все. Фу, блин, просто. Lucky man, мать твою. Так, давайте, кстати, пу-пу-пу-пу-пу, выпьем. Выпьем за любовь. Та-та-та. Так, отлично, это мы взяли. Там ничего не подплывает мимо нас. Прям в упор, тем более. Забираем, забираем, забираем. Ай, ладно, хрен с ней. Так, выпьем. Набрали. Поставили. И... Ой, какая картошечка, да. Прям вообще идеальная. Идеальная картошка. Так, хотел сделать веревки. Так, сделаем парочку штук и давайте сделаем сеть. Отлично. Да, что ты мне показываешь пальцем вот так? А, типа, куда ее ставить? Хорошо. Эть, забираем. Боже, она тебе мешает теперь, твою мать. Эть. Куда мы ее поставим? Я не знаю. Давайте попробуем поставить где-нибудь вот тут, наверное. Отлично, да, он тоже доволен. Забираем доски. И сваливаем. Так. Возможно, там будем ловиться рыба. И я на это, если честно, очень сильно надеюсь. Потому
потому что без рыбы это будет печально. Печально очень. Так, забираем, забираем, забираем. Фу, да, блин, ребята, это я сказал вам выживание, так выживание. Так, забираем досочки. Акулок нам плывет. И сваливаем. Опа-на. Так, интересно, кстати. А, так, она пустая, да? Написано пустая, да. Следующее, что мы будем сейчас делать? Что мы будем сейчас делать? Давайте сделаем вот эту фиговину. Это у нас грядка, походу. Крафт, надо 4 веревки, да? Отлично, это мы сделали. Вот. Гуд. Ох, ни хера себе! Ни хера себе, а поменьше-то не? Не было. Ну давай так поставим. И что мы тут можем здесь, наверное, орехи сажать, наверное? Да. Мы здесь можем сажать орешки. Так, там ничего не подплывает там. О! Смотрите, мусор реально ловится. Реально удобная штука, кстати, она просто очень удобная. Думаю, надо сделать таких две. Хотя вопрос. Нафига две? Я думаю, она мимо проплывает, и можно также собирать его. Хотя, мне просто кажется, она просто рандомно тут что-то, ну, типа спавнится. Или то, что мимо проплывает, она ее подхватывает. Если просто то, что мимо проплывает, ну, ну... Блять, только не этот блок. Только, пожалуйста, не этот блок. Мразь, а? Мразь, пизда. Пизда моей пальме. Пальма растет, смотрите, как она растет. Пипец пальме. Пальма пока. Грёбаная акула. Ну все, гейм овер там. А, нет, смотрите, надо срочно, короче, окружить ее. Окружить ее срочно надо фундаментами этими. Нужны веревки, нужны веревки. Давайте, сейчас быстренько поймаем вот это все, что подплывает. Забираем, забираем. Доски, доски, доски. Блять. Блять. Оп, отлично, запрыгнули. Так. Да, это просто то, что мимо проплывает, смотрите. Во, нитки. Нам они как раз очень нужны. Ну. Оп. Ну куда ты поплыла? А, отлично, все. Так, делаем быстро, делаем веревочки наши. И теперь делаем фундаменты по периметру. Хоп, хоп, хоп. Бля, еще один нужен. Сейчас будет, найдем. Кто чихает? Не я. А, это она чихает. А, воды мало. Так что проблема-то? Сейчас глотнем. Алло. Хоп. Кукинг. Так, как готовить-то теперь? О, где картошка? Кстати, у нас картошки, по-моему, нету, да? Да, картохи нету. Это плохо, это плохо. Это, я бы сказал, ужасно. Все, собрали. Оп, отлично. Подплыла, зараза. Рядышком была уже. Так, сделать надо веревки нам. И продолжаем вот с этой стороны. Так, ладно. О, прямо к нам в лапки. Боже, где бы бочка была, а? Пожалуйста, реально нужно пожрать что-нибудь. Это не хочет готовиться. Ну давай, выпьем пока. Выпьем за... Боже, ты больно близко ко мне подошла, товарищ. Так, доски забираем. Мусор. Опять хлам. Еть. Так, ну у нас дом вообще топовый. Мать его, реально топовый дом. Еще один сделаем блок вот здесь, на всякий случай. Так, ну там у нас поймается все. Отлично. И последний, наверное, модуль сейчас доделаем. Давайте вот так вот. Все. Это классно, ребят. У нас реально топ-дом. Пальма-то растет, кокосы на ней растут. Смотрите, а? Охренеть. Доски. Доски и веревки. Забираем, забираем, забираем. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. И оп. Так, о. Знаете, что надо сделать? Надо сделать копье, которое мы будем кого убивать. Бочка! О, бочка это топ. Бочка это мега топ. Так, на это нужна веревка. Ну, понятно, как всегда нужна веревка. В общем, здесь веревки самые нужные, походу, материал. Ну, веревки, дерево, короче, железо. Самая классика жанра. Так, давайте выпьем быстренько, возможно. Наберем и пускай готовится. Так, может дополнить? А не знаю, написать вообще захочет? Я понял, все-таки это баба. Мы играем бабой. Так, и что мы имеем? А, нифига. Я думал, картошка прилетит, но не пришла картошка. И это ужасно. Это прям разочарование, если честно, ребят. Я хотел ее посадить. Ну давай, кокосы-то. Хоть один кокос-то дай, он уже спел. Я же вижу, он уже спелый. Еще одна бочка. Господи, пожалуйста. Тот самый вопрос, тот самый дилемма. Я даже не знаю, ребят, как сделать, если все-таки картошка сейчас окажется.
сожрать ее или посадить. Но в животе бурлит уже. Слышите, как трэш. Забираем и сваливаем. Не все, конечно, подхватили. Не хочу охотиться, честно, вот этим крюком. Оп. Отлично, патата есть. Где патата? Вот патата. Давайте его втыкаем сюда. Готовься. Давай только быстрее готовься. Пожалуйста, родненький, пожалуйста. Умоляю, быстрее. Да, хана сейчас мне настанет, пока ты готовишься. Ну, пожалуйста, остановись, готовку, бляха-муха. Ну, отлично. О, жрать! И это все, что она прибавила? Серьезно? Твою мать, надо, короче, грядки сделать срочно под эти самые, как его, под кокосы. Поставим их куда-нибудь вот сюда. Отлично, да, зашибись прямо. Бочка, давай резче, сюда плыви. А, кстати, а семена наши. Все, посадили. Бочка, привет. Твою мать! А, сука! А, сука, сука, сука! Боже, я ее не заметил. Охренеть. Мразь, а. Прям вообще до инфаркта, блядь, дядя Сережа не довела. Я прям сейчас около тебя построю, нахуй, так. Кокос, блядь, где кокос? Хоть один, твою мать, а? Но, боже ты мой. Давай хоть выпьем, что ли. Так, втыкаем, собираем. О, господи. Да. Ребят, я думаю, мы пока на этом прохождении наше притормозим и продолжим в следующих роликах. Если вам игра понравилась, давайте накидаем мне дяди Сережа лайков. Я пойму, что вам игра понравилась. Ну и сразу же продолжим дальше в нее играть. Ну а с вами был Сергей Плей. Спасибо за просмотр. Надеюсь, мы все-таки выживем здесь. Всем пока.